Видела рекламу о продаже рыбы с Камчатки. Я там жила, и могу сказать, что омуль запрещен к продаже, а белорыбицы там никогда не было. Почему этим занимаются лица кавказской национальности, а не специальный рыбный магазин? Десятый проезд 2. У Костимул месяц назад отключила свет. Станция стоит долго 20 тысяч рублей. У меня долгое время не было дома. Откуда такие цифры? Перерасчет делать не собираются. Уведомление о замене счетчика. Счетчики находятся на лестничной площадке. За чей счет должна производиться замена? Я инвалид, живу в коммунальной квартире. Копились большие долги за коммунальные платежи. Плачу сколько могу. Не знаю, где искать помощь. Водители скорой помощи по закону должны были перевести на ставку еще в 2008 году, а делают это только сейчас. Что происходит? Как дальше работать и жить на ставку? Была зарплата 22 тысячи, а сейчас будет меньше. Наши управляющие компании выписали штраф, но они его не платят. Объявляют себя банкротом и на прежней базе создают новую компанию с новым названием. Дома не ремонтируются и ответственности никто не несет. Красный Зорь 37 берут деньги за уборку придомовых территорий, но дворника нет уже целый год. Парк 1905 года. Должно быть все бесплатно, а там все огорожено. Вход 55 рублей. Поставили вышку сотовой связи в 60 метрах от дома, а вторую собираются поставить еще ближе. Написали жалобу губернатору. Это же какое облучение? ПВД Ленинский. 2 месяца не расследует дело. Есть видео с камер, преступление все очевидно, много улик. Но сюда дело так и не доходит. Смеются в лицо. Отправляют в прокуратуру, там говорят, что нас обманывают. Попасть в поликлинику и на работу. Такое случается очень часто. Вот и сегодня опоздала на работу на 50 минут, еще и простыла.